Всем привет, котики, с вами снова Катя. Мы продолжаем проходить Ori and the Will of Wisps. И сегодня, ну или на днях буквально, вышел наконец-таки патч для этой игры, который правит проблемы со звуком. Поэтому я надеюсь, что их нам больше не встретится. Вот. Еще в этот патч он внес, скажем так, некоторые изменения. Теперь у нас фаст-тревел с карты невозможен в игре, если судить по описанию патча. Теперь нам нужен офер, чтобы купить у него специальное улучшение. Так, я вообще хотела понять, как нам дотопать вот до этой прекрасной ячейки жизни, но я пока без понятия. И мне надо вспомнить управление. Так, я не вспомнила. Я вообще не вспомнила. А, вот, теперь вспомнила. Все. Так, я вообще... А, нет. Слышь ты. Иди сюда. Я вообще хотела допрыгнуть до вот этой прекрасной горликовой руды и сходить вот сюда к святилищу. Вот. А потом уже вернуться вот сюда, потому что я уже очень давно хотела это сделать. Так. Пчела, я тебя вижу. Слышь? Вот так. Давай. Возвращайся. Я тебя... Ладно, уже не вижу. Слышь ты! А! Ой, нет, я успела, я успела, я успела, я успела. Так, горликова руда. О! Так, мне надо вспоминать управление, потому что я что-то его уже подзабыла слегка. Так, значит, на РБ у нас подтянуться к синим цветулям. Так. На ЛБ пропрыгать. Все. Так. Я хотела вроде запрыгнуть вот сюда, но не могу вспомнить, зачем мне это нужно было это делать. О! О, а куда я куда-то пришла в новое место? Так. А, слушайте, я... Вот. Все, я пришла куда надо. Корниковое святилище, слух разведан. Но это боевое святилище, которое я не хочу проходить, блин. Я не люблю это дело здесь. А что, здесь больше ничего нет, что ли? Да, похоже, здесь больше ничего нет. Это, блин, ну если б я знала, что это святилище будет не тем святилищем, которое я хотела, я-то надеялась, что я найду святилище, которое позволит мне носить бесконечное количество амулетов там или что-нибудь такое. Но хрен там. Так, мне нужно вон туда запрыгнуть каким-то образом. Я не знаю как, но мы сейчас попробуем это сделать. А, черт. Сейчас будем пробовать, сейчас будем пробовать. Мне просто надо вспомнить управление. Да блин, вот зараза. Вот мне нужно всего лишь допрыгнуть вон до той штучки. О, я допрыгнула. Все, и сюда допрыгнула.
Вот она, моя ячеечка жизни. Огонь. Причем, кстати, не совсем та, которую я хотела получить, но тем не менее я нашла. Все, огонь. Огонь, огонь, огонь. Тут точно больше ничего нет? Ну нет, больше ничего нет. Все, уходим тогда спокойно отсюда. Я довольна, ребята. А, сейчас в воду упаду как раз. Да. Ну, где-то здесь была жизнь рядом. Да, вот она. Сейчас ее как раз восстановим. Так, ладно. Мне нужно обратно наверх. Если я ничего не путаю, то я могу забраться здесь где-то. Да. Так. Так, мне нужно... Я уже, честно, не очень хорошо помню, куда... Пошла ты в баню, противная. Так, мне нужно еще немножко подняться наверх. Так. А, что у нас тут? Так, сейчас будем прыгать, ломать. Так, во, я цветулю сломала. Так, это я только нашла, да? Так, у меня прям вот прямо надо мной где-то находится. Так, как-то там запрыгнуть можно через верх, скорее всего. Ну да, как-то через верх, пока не представляю, как. Так. Ну, мне вроде как вот сюда, правильно? Да, мне нужно забрать какую-то штучку, которая принадлежит току. А тут и Моки. Ну-ка. Моки. Я и не думала, что ходить в приключения так тяжко. Особенно, когда не во что положить... Ого, какая у тебя большущая сумка. Подаришь? Спасибо огромное. А я тебе тогда подарю свой старый мешочек с травами. Мешочек-то старый, а вот травы свежие-свежие. О, ребята, мы с вами квест продолжаем делать каким-то образом. Маленький мешочек источает терпкий запах. Я пока не знаю, не видела тут персонажей, которым еще могло бы это все дело пригодиться. Так, мне нужно с той стороны... забраться и сломать вот этот вот противный шар. А здесь, похоже, придется то... Мать моя женщина, вы посмотрите на это все. Это задача у нас. Это она через верх как-то должна работать. Но я здесь... Ой, мать моя женщина, вы посмотрите, сколько всего надо здесь пройти. Ой, батюшки Светы, чё ж так много-то? Ой, блин, ты вообще кто? Ой, господи. Какие нынче стрёмные тут. Так, а тут еще и... Ага. Ага. Уф. Так. Уф. Ух.
Ой. Ой. Хи-хи-хи-хи. Стремно здесь что-то. Так, а тут еще и нужно будет поднять проход. Поднять вот эту вот стену. Так. Нет, твою мать, какой-то босс. Твою ж медь. Идите в баню. Ой, мать твою, ты вообще кто? А, это вот этот вот. Нет, ну что у вас так много-то? Пошел ты в баню. Ох. Заспамили меня просто прям врагами. Нет, ну просто заспамили. Вы это видели вообще? Фух. О, Офер. Это старая мельница, настоящий лабиринт. Но мешкать нельзя, путь впереди не близкий. Я хочу обрести знания, а ты починить мельницу. И найти подругу, да? Удачи тебе, не будем терять времени. Чувак, ты мне вообще-то нужен. Алло. Ну ладно. Вот эти вот... Вот этот шкаф с досками выглядит как шкаф с книгами. Возможно, это, кстати, и есть шкаф с книгами. Так, ну ладно. Так, все включилось, да? Да. Теперь все включилось. А, у нас комната теперь просто перевернутая, да? Хи. Ну, вроде здесь наверху ничего больше нет. Да, это закрытый проход. Так, а мне теперь каким-то образом нужно делать всякое здесь. Мать-перемать. Я забыла, как прыгать отсюда. А, вот так прыгать. Тихо. О. Я не знаю, зачем я пришла для этого и сделала вот это вот всякое. Нет, тихо, тихо, тихо. Так, спокойно. Фух. Еп. Япона, мать. Видите, что я делаю? Я поворачиваю все локации. Пресвятые коровки. Я реально повернула сейчас всю локацию. Я, блин, себя на этой хрени даже не вижу особо. Это ужасно. Так. Уф. Вот это мне повезло. О, господи, как мне повезло-то. Так. Теперь в обратку перемещаю. А я не уверена, хорошая эта идея или нет. Мне кажется, что нет. Мне по большому счету нужно пройти наверх. Так, вот здесь вот я что-то зависла слегка. А зачем мне возвращаться, кстати?
Не совсем понимаю, но ладно. Ай, черт. Ага, вот еще один. А, это я вернулась опять. Ой. А, ну я, похоже, сделала все правильно, потому что я теперь могу пройти снова поверху, да? И теперь просто каким-то макаром. Так, надо похиляться. Каким-то образом я теперь могу вроде как... А, нет, мне придется через ней стопать. Ох. Так, а вот здесь-то что? Нет, тихо-тихо-тихо. Спокойно. Ой, батюшки Светы, я пролезла. Так, мне нужна хилонька. Ой, нет, ну только не ты здесь. Ой. Божечки. Кошечки. Так. А зачем я вообще проходила это все насквозь, мне интересно? Пока я сама не знаю. А, я вот зачем ходила. Чтобы запустить вот эти колеса здесь наверху. Точно, точно, точно. Фу. Так, и открыла уровень выше. Там, кстати, вижу осколок духов. Вот это как раз те врата, которые, по идее, должны меня на мельницу привести, если я ничего не путаю. Так. Вы нашли предмет для задания. Если положить эту иглу в воду, она укажет на север. Так, а вот... А, найдите току, верните току железную иглу. Все, все правильно, все хорошо. Ну, господи. Все, нам можно уходить отсюда, я так понимаю. Мы же здесь все сделали. Твою дивизию. Здесь где-то была горликова руда. Твою мать, за ней надо возвращаться. Твою мать. Где она, спрашивается? Хрен его знает где. А, нет, вот она, все. Найдено. Так, у нас с вами, кстати, 4 штуки, а вот здесь еще находится сосуд духовного света, который я не собрала почему-то. Нехорошо. Где он тут у нас? Где-то наверху. На самом верху причем. Нет! Твою дивизию. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Господи. Оля. Так, а вернуться здесь не получится, да? Придется идти снова через верх. Но это я зону. Я знала, что все это до меня до добра не доведет. Ты серьезно?
Залезь, пожалуйста. Так. А здесь-то, по сути, не забраться нигде. Ладно, останусь тогда без этого сосуда духовного света. Сейчас тогда пошли. Пойдемте отсюда, просто будем уходить, потому что мне здесь не нравится, здесь плохо. Спокойно. Фух. Нет, твою мать. Спокойно. 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 Так, все хорошо. Фух, хилка. Все, уходим отсюда. Что-то я не хочу идти за этим сосудом духовного света. Нафиг надо. Просто ну его нафиг. Серьезно. Это не то, что мне хотелось бы собирать. Так, Ток, забирай, пожалуйста, свою штуку вот эту вот. Мой компас. Наконец-то. Я у тебя в долгу. Вот, держи. Больше не в долгу. О, горлика в руда. Огонь. Так, а нам каким-то макаром вам с нами теперь наверх залезть. Кстати, там наверху тоже горлика в руда лежит. Но как это сделать, я пока не... А, вот тут крутится. Крутится, вертится, шаргало. Крутится, вертится, ногу. А, простите, пожалуйста. Слышь ты, быдло. Так, где я? Я оказалась практически... Нет, твою ж медь! Как это было тупо. Так, вот. Все, ура. Фух, максимальный запас жизни увеличен. Твою мать. Только со мной такое возможно. Ой, бляха-муха, свалиться в самое дно. Только я так умею. Только я так могу. Так, мне нужно теперь снова наверх. Так, я теперь не знаю, как обратно залезть. И дебилушка. Ладно, полезем через вот здесь. Я так понимаю, что мне сюда. Да, мне теперь вот сюда. Но я бы хотела вот за этим осколком духов сходить. Есть ощущение, что я смогу пройти к нему вот здесь. Поэтому давайте сходим. Пока не знаю, как мы это сделаем. А, нет, я не схожу. Или схожу? Сейчас, короче, проверим. Да, вон там можно допрыгнуть куда-то. Уф! Боже. Боже.
Ой, батюшки Светы. Мама родная, как у меня вообще-то получается, не представляю. Давайте похилимся. Жесть вообще. Так. Ой, мамочки. Ох. Вот это я везунчик вообще. Так, а что у нас вот здесь наверху? Есть что-нибудь? Такое ощущение, что что-то есть. Но, наверное, ничего нет. Ладно. Нам когда-то куда-то вот в это прекрасное колесо. Ух, батюшки Света, вот мне повезло. Ага, здесь у нас... Нажмите, чтобы активировать пьедестал. Хорошо. А, это я... Да. Активировала испытание на... На гоночке, но мне это не сильно надо. И вот он, тот прекрасный кристалл, за которым я ходила. Усовершенствованное притяжение. Вы сможете притягиваться к врагам. Для использования нажмите... Угу. Ну, я, наверное, нет. Ну, нет. Я не буду пользоваться этой прекрасной штукенцией. Здесь я вроде бы собрала все, что можно было. Это у нас что? Старт гонки. Понятно. А это у нас ее типа финиш, да? Ну, понятно. Ясно, понятно. В целом, я должна сказать, ребята, что мы здесь все с вами посмотрели практически. Кроме вот этого вот места, я что-то не помню, что оно, чтобы оно здесь было. Но мы туда сходим, когда откроем родник. Тем более, что тут, кстати, есть уже этот самый святилище, которое позволит нам перемещаться. Так. И надо будет обязательно вот, вот прям, чтобы я не забыла, сходить к этому горлику. Я забыла, как грома. И колючки выкручивать. Вот. Самое главное, колючки убрать. Ори, в Орнике некогда была великая библиотека. Знания текли сквозь ее стены, будто вода. Теперь былое утеряно, а вода затихла. Кстати, проблемы со звуком все-таки остались. Патч их не починил, к сожалению. Так. Легенды оказались былью, дух. Библиотека родника. Ты только взгляни, сколько тут знаний. Но есть здесь и еще что-то. Какая-то нечисть. Чувствуешь смрад? Похоже, он доносится откуда-то сверху. Может, сходишь проверишь, пока я тут читаю? Так, кстати. Вот, видите? Выберите колодец духов на карте и перенеситесь к нему из любого места. А, у меня это есть уже. Все. Но теперь это покупается отдельно, судя по всему. Эта штучка. И мне сказали, что я смогу... Что тут, короче, нету навыка, который отвечает за проламывание полов. Вот, поэтому... Ну, типа неустойчивого пола вот этого. И для этого нужно купить отдельный навык. Вот этот вот удар духа. Ну, я куплю на самом деле. Проверим, как оно работает или нет. Атаки ударом духа с воздуха вызывают ударную волну. Прикольно, конечно. Я ведь не смогу тебя всему научить. Например, тому, чего и сам не знаю. Но я слыхала о месте, где хранятся знания. Старинные знания духов. Но вход туда откроется только самым наблюдательным. Желаю удачи. Какое-то новое место. Так, а вот и у нас колодец. Спасибо. Сохраняшечка. Так, я вижу там... Этот самый сосуд духовного света. Так, а как сюда, как здесь запрыгнуть, я не знаю. Так, спокойно. Блин, твою дивизию.
чуть-чуть не допрыгивают до этого самого, до сосуда с духовным светом. Сейчас попробуем еще раз, если уже не получится, ладно, хрен с ним, пойдем дальше. Ох уж эти тайминги. Допрыгнула. Все. Конечно, не очень большой, но тем не менее. Давайте сохранимся. Я надеюсь, что за сегодня мы с вами этот родник запустим. Хотя это сомнительно, не знаю, что меня там ждет вообще, какая-нибудь жопа. Ну, впрочем, как всегда. Тихо. Так, там арена. Ну да. Пошли тогда сейчас вниз. Схожу, тут водичка вроде... Да, тут водичка нормальная. Загадочное семя. Вы нашли новый предмет для задания. От него исходит тусклое свечение. Возможно, кто-нибудь подскажет вам, что это за семечко. Окей. Мне так нравится, как тут все это самое вот вторит движением Ори. Вот мы бежим с вами по доске, она наклоняется, она там дребезжит как-то. Это прям так круто, я не могу, мне очень нравится. Так, ну ладно, что ли, ой, удачи нам, ребята. Тут сейчас будет босс, да? Да. Тут сейчас как сохранение, ребята, началось. Твою мать! Господи, аж дернулась. Что ты, бляха-муха, такое? Ядрить твою налево, спасибо тебе. От нее и смрад! Идем же, поспеши. Так, опять все затапливает, ребята. Черт, 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 черт. Ой, мама. Чёрт, 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 чёрт. Я сдохла, твою медь. Сначала вы чё, серьезно? Бляха-муха, ну это пипец какой-то. Черт, 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 черт. Твою медь. Вы издеваетесь, да?
О, господи. Твою мать. Получено достижение поток воды. Бляха-муха, почему? У меня вьетнамские флешбеки про это грёбаное дерево из первой части. Но у нас с вами, похоже, получилась вода теперь чистая. Ой, блин, аж мурашки. Вода снова течет. Быстро и чисто. Чисто и быстро. Смелости тебе не занимать. Смелости и мокрости. Надо рассказать Кволоку. Сегодня счастливый день для всех обитателей Топии. Ой, блин. У меня получилось, господи, боже мой. О, да, детка, плавать. Можно плавать. Ой. Там вон столько всего, вообще офигеть. Ой, так. Теперь пошли. И, блин, мы сейчас, блин, это ближайшую серию просто будем заниматься тем, что я буду ходить и собирать все. Все, что я не могла собрать все это время, я буду ходить и собирать. И вы мне ничего не сделаете. Ой, господи, боже мой. Не гни доску, придурочный. Мне нужно... А, вот проход вот здесь у нас. То есть есть вероятность, что у нас вот эта прекрасная стена сломается. Да. А что у нас здесь? А здесь у нас находится еще один осколок. Спокойно. Спокойно. А здесь у нас водичка. Водичка, водичка. Здесь у нас кто-то хреномантия стреляется. До свидания. Так, а здесь еще и... О, понятно. Вот у нас, где все это дело открывается. Я надеюсь, не на время. Иначе это будет жесть какая-то. Да вроде нет, не на время, нормально. Фуф. Господи, как облегчит же жизнь то, что... То, что теперь... Как облегчит жизнь то, что теперь вода чистая. Вот, все, господи, я как оладушек, блин, после этого уровня. Жесть, это было потно, это было реально сложно. Ну, скажем так, не потому, что локация была сложная, нет. На самом деле локация была достаточно простая, просто я рукожоп. Но, тем не менее. Вы получили новый осколок, с ним вы можете получать из врагов больше сфер жизни. Это прекрасно, но... Увы, ах. Увы, ах. Так, все, здесь все осмотрено. Теперь пошли, я должна забрать... Я должна забрать свою сферу, которая тут внутри, в смысле, в самом низу вот валяется. Твою мать. До свидания. Теперь здесь можно плавать.
Здесь, правда, рыбки вон живут какие-то нехорошие. Но нашли фрагмент ячейки жизни. Это просто прекрасно. Так, теперь мы можем сходить за горликовой рудой. Вот, кстати, мне интересно, как вообще вот здесь... Смысл здесь вообще забираться на это синее колесо, если здесь одни колючки? Типа, в чем прикол? В общем, это какая-то дичь. Ай. Это было ожидаемо. Все, до свидания, все в баню пошли. Ужас какой-то. Так. Все, да? Блин. Меня аж прям отпустило, я так нервничала со всей этой хренью. Так, мне нужно куда-то вот сюда. Причем самое главное, пока у меня жизни не закончились. Ох. Так, еще одна горликова руда. Отлично. Так, а там еще что-то есть, кстати. Ёжикин хвост. Чё это вообще за... Я куда-то вообще непонятно куда иду. Так. Спокойно. Ага. Ну, естественно, это было ожидаемо. Господи, какие-то новые твари непонятные мне. Ой, боже. Уйди. Какие-то новые стрёмные твари. Так, спокойно. Спокойно. Так, все, окей. Фух, взрываем всякое, чтобы оно нам не мешало. Так. Так, я шла сюда только за... Нет, я шла не только за этим. А что у нас тут такое? Фрагмент ячейки энергии тем временем. А где? А, вот оно как работает. Так. Я сейчас задохнусь, скорее всего. Начинаю задыхаться. Я задохнулась. Класс. Найс. И, естественно, не считается, что я взяла здесь эту самую. Понятно. Так, взяла, окей.
Так, срочно возвращаюсь, надо подышать. Так. Быстрее плюйся, мать твою. Блин, он какой-то тупорылый просто. Натурально какая-то тупая хреномантия. Ладно, попробуем еще раз. Наконец-то, спасибо. Так, а вот у нас и прекрасная... Так. Мама родная, господи. Куда я, ёжикин хвост, попал? Так, но мне нужно, походу, сломать еще одну какую-то штуку, чтобы это колесо запустилось. Господи, я в такие места иду. Ёпырсоте просто. Вот только гляньте на это. А, и здесь еще нужна эта самая какая-то обилка, которая позволяет бить... которая позволяет драться в воде. А там еще и дальше вон что-то есть. Так, я сейчас умру здесь. Или нет? Так. Жёстенько здесь как-то. А как отсюда выбраться? Хороший вопрос. Короче, давайте мы здесь умрем, потому что я пока не понимаю, что здесь, как тут выбираться вообще, что здесь делать. Я надеюсь, я не в воде окажусь. Твою медь, вы издеваетесь, что ли? А как? Так, рыбка сдохла. Так. Спокойно. Ой, блин, зачем я сюда полезла вообще? Я не должна была сюда лезть. И здесь сам, как назло, нету ни сохраняшек, ничего. Ладно, поплыли дальше. Так. Подышать. Притащилась, блин, хрен пойми куда и хрен пойми зачем, самое главное. Вот зачем я сюда потащилась? Зачем? Я сейчас, возможно, умру, кстати. Да. Сдохла раньше времени, твою медь, а. А, не, нормально, я отреспавнилась относительно рядом. Так, надо пойти подышать. А там вон что-то есть. А куда это я пришла?
Так, ну похоже, я здесь полностью всю карту открыла. А дальше-то что? Надо возвращаться, а здесь у нас, кстати, стена. Еще одна. Ну, пошли, что ли. Пойдем подышим сейчас еще раз. Блин, вот мне не хватает воздуха. Серьезно. Мне натурально не хватает воздуха на то, чтобы здесь плавать. Это вообще ненормально как-то. Так, я, конечно, открыла те врата, но это такое себе. Я, правда, не знаю, зачем я сюда вообще... А, здесь это самое, подышать можно было. Ну, сейчас сдохну еще раз. Мне не привыкать. Не, живая, живая. Так, ладно, в целом я тут дальше-то и не пройду. По-хорошему. Ну, вроде как, по крайней мере. По крайней мере, я не знаю, как здесь вот сюда залезть. Ой, блин, я еще и об колючки бьюсь, вот эти вот противные. Короче, есть ощущение, что... Есть ощущение, что я потом с другой стороны где-то, может быть, пройду, потому что тут еще карта вот сюда куда-то идет. Может быть, я вот здесь смогу проплыть как раз и выпрыгнуть сюда. Кстати, почему бы нет, это вполне возможно. Я кого-то убила там. Я не знаю, но сама. Я не виновата. Рыбка сдохла, походу. Так, я лезу наверх, потому что мне надо похиляться. Много, то я как-то не очень все. Так, ладно, давайте пойдем обратно. Я достаточно уже, я достаточно навидалась здесь. Мне надо уходить отсюда, я хочу домой. Здесь плохо и стрёмно. А здесь же как-то можно запрыгнуть. А, вот тут, кстати. Не знаю как, но... Чуть-чуть не хватило. Алло. 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 Ну блин, ну ты ж так хорошо плевался здесь. Чувак. Ну плюнься. Блин, твою дивизию. Я не знаю, как сюда залезть. Вот там через верх можно. Я уверена в этом. Я просто уверена. Блин. Так, все, короче, мне пора уходить отсюда, потому что еще немного, и я просто сдохну.
Никогда еще с такой капелюшечкой жизни игру не проходили, вот серьезно. Ой. Блин, пропустила ячейку, но я думаю, что... А, слушайте. Есть вероятность, есть ощущение, что я смогу... А, вот оно как. Блин. Все, простите, у меня такие мысли просто... То есть, короче, мне нужно проплыть вот здесь, и тогда я смогу выйти вот сюда, вернуться. Ну, блин, не, я это как-нибудь тогда потом сделаю. Все, поплыли. Пощёль ты в баню, уважаемый. Так, надо подышать. Погнали отсюда. Водичка это, конечно, прям прекрасно, но... Но тяжко достаточно. Так, все. Погнали отсюда. Мне теперь, господи, не нужны все эти дурацкие цветы. Какое же счастье. Точнее, вот эти цветы-то мне нужны. Так, и здесь у нас горликовая руда. А там у нас ячейка энергии внизу. Ячейка маны, которую я пока не знаю, как собрать, но мы сейчас это придумаем. Сейчас мы это дело обтрепаем как-нибудь. Возможно, нам даже придется поплавать. Да. Идите в баню. Давай. Все. Еще один фрагмент, и у нас будет с вами больше маны. Больше маны, богу маны. Все, погнали отсюда. Конечно, на вас, ребята, можно было бы прекрасно. Слышь, какой ж ты быдло. До свидания. Так, там тоже очечка, кстати, есть. Так, о. А, черт. О. Что нашла? Так, спокойно. Я должна собрать ту хрень. Я не смогу спать, если я ее не соберу сейчас. Вот так. Уф, так. Все, я почти пришла. Серия идет уже больше часа, но... Кого это? Так, подождите. Еще одно. Еще один сосуд духовной энергии. Который я не совсем понимаю, где находится. Так. Что-то я реально не могу понять, как к нему. Ладно, хрен с ним. Водичка. Давайте похиляемся. В любой непонятной ситуации хилься. Ну, в смысле, Оря? А ну-ка. Статистику свою посмотреть, насколько все плохо.
Травы, которые она тебе дала, очень редкие, и их где попало не достать. Потому-то пряный суп из болотных моллюсков считается здесь деликатесом. Но приготовить его как следует сможет только настоящий повар. Уж поверь, я уже столько раз язык обжигал. О, кстати, значит, мы повара будем искать здесь с вами. Мы прошли 35% игры за 6 часов, ребята. Прикиньте, игра часов где-то на 25, наверное, выйдет. Прикольно, прикольно. 51 смерть. 4 раза утонула, 5 раз умерла бы. 42 смерти от окружающей среды просто. Ну вот, никто так не может, только я так могу. Так, открыто умений. Собран ячеек жизни, собран ячеек энергии, собран осколков. И вот эти вот какие-то... А, три... Это, возможно, эти ачивки за гонки, наверное. До встречи. Давай. Нет, подожди. Мне надо запрыгнуть вот сюда. О, я могу зайти внутрь, фига. О, божечки, кошечки. Огонь. Так. А еще выше подняться я могу? Нет. Но все равно это было прикольно. А еще мне надо вон туда, например, подняться. Ну ладно. Так, теперь. Удар духа. Давайте его на Y поставим. О, да! Это действительно так и работает. Обалдеть. Ой. Так, еще одна горликова руда. Огонь. Просто огонь. Саша, если ты смотришь эту серию, я знаю, что ты смотришь. Спасибо тебе огромное за то, что подсказал купить этот навык. Вот без тебя вообще ничего бы не получилось. Так, что у меня тут улучшения какие есть? Ну, это такое. Это мне не сильно надо. Так, а вот осколки какие у тебя еще есть? Блин, тройной прыжок. Ну, зараза, он занимает отдельный слот. Вот не хочу. Исключительно ради этого не хочу покупать тройной прыжок, потому что он занимает еще один слот. Так, давай с тобой колючки уберем. Говорят, у тебя получилось добраться аж до самого рая. Да, колючек там раньше было поменьше, но все-таки светлые озера сумели противостоять упадку. Вот бы там побывать. Но у меня здесь много работы. Покой нам только снится. Так, пожалуйста, убирай колючки. Отлично, прям сейчас и начну. Спасибо. Вот так. Вот так. Не, ну блин, аккуратно, а то колючки мне прям в рожу заехали. Спасибо, конечно. Больше никаких колючек. Родниковые поля с каждым днем все краше. Что мне еще осталось? Мне нужны еще домики. Так, давайте, кстати, сохранимся. Пока есть такая возможность прекрасная. Заодно восполним себе здоровье. И теперь, я так понимаю, что мы можем пройти вниз вот сюда. Господи, какое же счастье. Я не знаю, что здесь, но... Ты дух? Духи ведь помогают другим, да? У меня тут проблемка. Мой желудь провалился в дыру. Это подарок от одной особенной Моки. Я бы его достал, но дыра очень тесная, и в ней темно. Может, с нужными инструментами дыру можно расширить? Так, проберитесь в пещеру и найдите там вещь Моки. А, так тут прям пещера. Подожди, а... Это в какую такую пещеру? Вот сюда, что ли, типа, зайти? Не вижу. Поверить не могу, что я выронил свой желудь. Какой же я неуклюжий. Может, кто-нибудь из шахтеров сможет помочь? У них здорово получается копать. Нужно найти кого-то, кто сломает мне дверь. Так, а это у нас... Хрен его знает, что такое. А, там... Ага, там у нас этот самый сосуд духовного света лежит. А я не знаю, как вот эту штуку ломать. Пипец, прям настоящий молот, офигеть.
Так, ну ладно. Ну то, что я могу теперь сюда залезть, то прекрасно. А ты, может, ты мне что-нибудь поможешь, а? Эй, дух, я уже знаю о мельнице. Неужели надежда есть? Может, все еще наладится? Тогда придется рассказать остальным, если, конечно, они захотят слушать. Понятно. Поляне сразу строились, да. Так-то лучше. Теперь в полях течет чистая вода. Может, мне рыбалкой заняться? Полагаю, это все твоя заслуга. Когда узнаешь, как разобраться с остальными бедами, расскажи. Когда земля покрыта пеплом, как в том погибшем лесу на востоке, бродить по ней не так-то просто. Эх. А когда кричащая тень отправляется на охоту, умные пташки сидят в гнездышках. Чё, какая еще чё за... О, подождите, а тут кто-то новый появился. Какой-то Талия. А это кто-то новенький, слушайте, ребята. Так, а здесь может что-нибудь есть под водой, не? Да, тут вон всякое разное. Куда я вообще плыву, не знаю. О! Вода чистая, вокруг полно интересных вещей. Пещер. Я не умею прыгать так же высоко, как ты, но энтузиазма мне не занимать. Любое дело становится приключением, если делать его с энтузиазмом. Это да. А вот как мне забраться вот за этим сосудом духовного света, я не знаю. Хороший вопрос, кстати. Я не знаю, ну ладно. Сейчас спокойно. Я как будто за что-то задеваю все время. Не могу залезть. Возможно, будет навык какой-то, который позволяет там сильно выпрыгивать или что-то в этом роде. Ну, возможно. Вот тут еще что-то надо будет сломать. Так, чей тут дом? А, тут у нас Люпа. Приветствую тебя в моей скромной обители. Слушай, я тебя уже видел. Исследуешь эти края, да? Тут как раз надо бы исследовать одно место, и лучшего духа не найти. Я про тихий лес. Я бы и сам пошел, но... боюсь, там слишком неподходящая для меня погода. Дождь, пепел, смерть в воздухе, всякое такое. Так что сходи лучше ты, а потом подробно расскажешь. И об опасностях тоже. Если поможешь, продам тебе любую карту с огромной скидкой. Так, отображение ячеек энергии, отображение ячеек... Ой, твою за ногу, серьезно. А чё так... Иди в баню, слишком дорого. Пошел ты нафиг. Морда еврейская. Натурально дорого, блин, капец. Слушай, а тебя здесь симпатично. И... О! Все, я в домике, ребята. Меня никто не видит, я в домике. Какая прелесть. Очаровательный у него дом здесь на самом деле. Но вот хотелось бы знать, как ломать вот это вот... Вот это прекрасное... Хреново. Пойми, как это ломается. Ладно, пошли обратно. Радует, что здесь никакая тварь не живет. Не хочет меня сожрать. Это прям радует. Ну, ладно. Так, Офер. Хорошо, что мы оба целы и невредимы. И к тому же нашли то, что искали. Ну или оно само нас нашло. Меня впечатлить непросто, но должен признать, что я тебя недооценил. Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Так. Ладно, давайте взрывной удар мы... Это самое, будем прокачаем дальше. Так. Потом будем потихонечку качать все остальные. Будь начеку, дух. Слушайте, а пойдемте... Я хочу кое-что проверить. У нас вот эта штука... Не, фиг там. Господи, ты какой-то хомяк.
Боже, какой-то хомяк большой. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного. Но дух... Родные мне о вас рассказывали. Такие, как ты, когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь. Я уже почти забыл, каково это — чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Как успехи, дух? Получилось найти семена? А, так ты, чувак, семена это берешь? Какая прелесть. В отличие от своих сородичей ловцов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а лунной. Давайте посадим. Тогда приступим. У меня цветули здесь будут. Я теперь летать могу по цветочкам здесь. Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы? Эти занятные растения тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. О, какая прелесть, господи! Я просто пищу, ребята, я в восторге. Ничего страшного, типа что озеленение полей. Господи, боже, ты так прекрасно, я прям не могу. Я так и знала, что здесь будет какой-нибудь домик. Ой, восторг. Просто восторг. Сейчас мне нужно... Нет, мне надо... Вот сюда. Я хочу вот сюда залезть. Просто потому что. А, я не могу сюда залезть, потому что... Блин. Там вон еще мойки. Ну, может, они где-то еще растут, выросли эти цветы, я не знаю. Было бы, кстати, максимально полезно. А может и нет, хз. Он, похоже, больше нигде их не стал сажать. Ну, зараза. Ну-ка, сейчас на всякий случай еще вот здесь проверим. А вот здесь есть. О, боже. Так. Странно, что я не могу вот здесь вот... Ладно. Это как-то странно, что я не могу вот здесь вот залезть. Ну, вот он просто спрыгивает. Ну, ладно. Залезла на мостик, и хорошо. Здравствуй, дух. Не каждому дано стать моком храбрецом, но ты все равно можешь доказать свою храбрость. Для этого иди вглубь логова воя. Там ты найдешь святилище, где каждый может показать себя. Я бы и сам сходил, но моя храбрость и так вопросов не вызывает. Но я была там, в этом святилище, кстати. Слушайте, сколько здесь всего. Обалдеть. Так. А, вот я сейчас и заберу как раз. Спасибо. Хе-хе. Мне очень-очень-очень здесь, ребята, все нравится. Это просто прекрасно. Так. А можно, кстати, и в ту сторону залезть каким-то образом. Вот сюда. Блин, прикольно, конечно. Просто восторг, на самом деле. Нет, черт, твою дивизию. Я бы могла собрать сейчас ту горлика в руду, но нет. Ой, ладно, сейчас пойдем соберем. Я уже просто, знаете, я тупо затягиваю игру, тупо затягиваю серию, потому что мне не хочется уходить. Сейчас настолько все прекрасно стало, что просто восторг, ребят, восторг. Да не наверх же мне надо. Ну ладно, кое-как смогла достать этот осколок. Разряд дуги.
Снаряды дуги духов задевают соседних врагов. Прикольно, но это совсем не то, что мне было нужно. Короче, тут целый огромный хайп, я так посмотрю. Офигеть просто. А мне точно нужно прям что-то ломать, чтобы попасть... Да, тут вход надо прям раскопать. Печалите. Ладно, с этим мы разберемся чуть попозже. Я пока не знаю, чем это... Что делать. Ой, так. Слишком много мест, куда можно пойти. Карта Тихого леса. Ну да, вот это вот я пока не могу собрать. Вот тут каким-то макаром можно залезть наверх. Я не представляю, как, но как-то можно. Это как раз этот тут второй мостик, в который пока я не знаю, как забраться. Вообще не представляю. У тебя здесь цветов не выросло, да? К сожалению, нет. Очень жаль. Ну ладно, думаю, что потом мы сюда еще сможем... Ну, естественно, мы сюда еще вернемся, но я думаю, что мы сможем потом еще каким-то образом залезать наверх. Может быть, мы сможем парить там, я не знаю, на листочке какого-нибудь или еще что-то в этом роде. Ай! Так, пойдемте тогда сейчас... Сходим к этому кволоку. Зададим у него. Зададим ему квест. Вот. Кстати, я же... А, нет, я же здесь сломала стену, господи. Я дебил. Мне ж наверх. Так, теперь я могу спокойно... Так... Огонь. Ай. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Забыла, что у меня на Y теперь не хилка стоит. Давайте-ка поставим обратно хилку. Вот. В нужные моменты, короче, буду переключаться на этот молот, но пока оно мне не надо. Хотя, конечно, я бы сходила вот по всяким вот таким местам, которые у меня закрыты. Вот сюда, например, вот сюда. Потому что вот здесь вон святилище есть. Ну ладно, дойдем до ближайшего колодца. Вот. И перенесемся сюда, посмотрим, что здесь за сломанной стеной. Вот. Потом вот сюда сплавать надо, вот сюда сходить. Короче, у нас с вами еще есть много занятий. Я думаю, что в следующей серии мы им займемся, но сначала надо сдать квест. И рассказать Кволоку, что типа все хорошо, мы все порешали. Доманиш. Приветствую тебя, дитя. Боки, боки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, исчез. Жители Топи перед тобой в долгу. Путь в тихий лес на востоке открыт. Но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки зовут Крик. Ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Ох, твою медь. Ку упала на востоке в тихом лесу. Это опасное место для маленькой совы. Разыщите ее как можно скорее. Все, мы теперь здесь с вами можем плавать. И я думаю, что мы... Что? Вы мне можете что-то сказать? Мельница проснулась, вода снова чистая. Мельница живет. Вода бежит. Теперь можно рыбачить. И плавать тоже. Полеты не сладенькие вообще. Я думаю, что на этом мы с вами пока прервемся. В следующей серии пойдем дальше исследовать карту. У нас там есть как минимум один квест, связанный с Моки. Мне нужно найти святилище. Хотя, по идее, я могу уж теперь переноситься, как мне... Ну да, я могу переноситься, как мне хочется.
Но все-таки сделаю это уже в следующей серии. А на этом пока что все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.